Только что я была вот на этой процедуре торф на 10 часов и жду на 10:30 физиотерапию. Холли жду. Вот такая красивая зона здесь. По лестницам поднимаемся на второй этаж. У нас комната на втором этаже. А так вообще четырехэтажное здание или пятиэтажное, не знаю. Сейчас время завтрака начинается с 9 до 11:30. Мы в 9 часов пришли в столовую, поели, чай попили, не поели. Потом у нас процедуры начались в 10 часов. И до обеда у меня получается 3, раз, два, три. Три процедуры. Сейчас пойду на физио, потом на 1 часов ингаляция у меня. И потом до обеда я свободна. Сейчас до 3 обед. 15:20, 15:40. Но все процедуры здесь идут либо на 10 минут, либо на 5. Только вот где-то солевая комната на 20 минут. Сейчас я пришла на физиотерапию на 10 минут, 5 минут какой-то режим и 5 минут какой-то другой режим ставится, какой-то там диапазон, у меня 41-42, и каждый раз наслаждаюсь, вот посмотрите, какой вид здесь, зима, прекрасный вид, лежу на животе, а токи у меня подключены к спине. В основном на пояснице я принимаю. Я закончила свою процедуру. Вот такие кабинки пронумерованные. И я вот лежала вот в этой кабине. Здесь есть полотенце, которым укрываешься, когда лежишь. И вот, собственно, каждый раз у меня попадается эта кабина. Здесь сидит медсестра. Она контролирует время. При первом посещении выдают тебе простынь. Или каждый раз тебе выдают не новый простынь, а свою индивидуальную. Я прошла ингаляцию, но забыла эту штуку индивидуальную, которую дают каждому, когда первый раз ходишь туда для десен. Вот такая штучка. Я пришла за этим. Сделаю, получается, это массаж десен. Сделаю это и все. И ждем обеда. Видите, у меня здесь красно. Это от ингалятора, от маски. Все, ладно, я побежала. Покажу вам столовую. Посмотрите, какая красота. На улице снег. Красивые деревья со снежком. И внутри тоже очень уютно, очень атмосферненько. Время обеда. Мы спустились пообедать наконец-таки. И заодно покажу вам столовую. Это место, куда я хожу всегда с радостью. На обед я взяла солени, аджику, долму, котлеты и салаты. С каждого по чуть-чуть. Пришла за хлебом, заодно вам покажу, что творится на улице, и наша машина вся в снегу. Целый день надо будет, чтобы почистить и машину, и вот здесь сзади машины, чтобы она могла выйти. Единственная дорожка, которая... Для чего, не знаю. Посмотрим, куда эта дорожка нас поведет в итоге. Опа. Столько снега я давно не видела. Именно в Армении. Так, получается, здесь столовая. Ну, кухня, не столовая. Столовая. Ох, как хорошо почистили.
Пойдемте посмотрим, что там. Хруст снега. Везде камеры. И вуаля, это задняя часть. Ну, то есть, сейчас, если смогу, найду нашу комнату. Сейчас. По моим расчетам, это вон там. Вот наша комната. А внизу вот это стеклянная, это столовая. Уже посмотрите, сколько сосулек там. Приближаем. Яркость. Ага, вот сосульки, посмотрите. И вот здесь, сейчас поменяем ракурс. А вот здесь у нас дерево, которое упало от тяжести снега. А вон там парень чистит на какой-то технике снег, ну, делает дорожки. Не знаю, по камере вам видно, вы замечаете разницу, сколько здесь снега. Вот, красота. Сделаю одно фото, потом мы уже пойдем в магазин. Нам сладости надо купить и хочется каких-то чипсов. А мы наконец-то вышли в город, гуляем по городу Джермук. Здесь одна единственная главная дорога. Вдоль дороги здесь есть дома, четырехэтажные, пятиэтажные дома, где живут люди обычные. И по мне, они все, наверное, работают в гостиницах, потому что в Джермуке очень много гостиниц. И все гостиницы, они все спа. То есть сюда приходят люди в основном и отдыхать, и лечиться, и получать какие-то оздоровительные процедуры. Вот эта гостиница с левой стороны, она либо на ремонте, либо только открывается. Сейчас не в рабочем состоянии, там никого нет, закрыто. Заправка или зарядка для электромобилей, даже их два здесь. Родники, которые идут под определенным градусом, под определенной температурой. Вот, скажем, вот это идет под температурой 30 градусов. Выпьем, посмотрим. У нас здесь одноразовые стаканчики. Попробуем на вкус. Она просто, извините, но отвратительная. Попробуем воду под температурой 35. По вкусу отличаются. И по температуре тоже. Пробую воду под температурой 45. Эту воду мне назначила врач, чтобы выпить каждое утро. Вкус воды, конечно же, меняется, но не становится лучше, если честно. Попробуем воду под температурой 50. Она очень горячая, прямо вот температура точно 50 есть. И последнее попробуем воду под температурой 53. Посниму вам, в общем, как это все выглядит. Здесь очень интересная архитектура. Посмотрите, вот посниму вам. Это, конечно же, все построено, наверное, в Советском Союзе. Тогда Джермук был такой популярный город, где со всего Советского Союза приходили люди и отдыхали. А сейчас как-то стараются это поддержать. Здесь продаются сувениры. Давайте посмотрим, что здесь есть. То в этих банках, оказывается жвачка. Жвачка, которая из корней каких-то. Мы купили две штуки попробовать. Здесь, ну, все есть, можно сказать, для сувениров. Есть стаканчики, есть магнитики, брелки какие-то разные. Короче, бизнес на сувенирах. Я выберу, наверное, что-то для мамы. Она скоро поедет в Россию. И что-то для нас, для нашего нового дома. Это памятник человеку, который чистит обувь. Ну, раньше такое было, сейчас такого нет. Но красивый памятник. Я сфотографировалась.
очень красиво смотрится, когда еще и снег, деревья, на деревьях этот снег. Все так атмосферненько тоже, очень красиво. Вот так, вроде это все, это центр города. Мы уже обратно дошли до гостиницы, и отсюда виден символ Джермука, это олень. И заодно вам покажу, как выглядит наш отель уже снаружи. Здесь нету особо парковочных мест, но есть места, где можно ставить машины. И как видим, достаточно машин. И при входе в гостиницу мы чистим, конечно же, обувь от снега. И уже топчем-топчем хорошенько и заходим внутрь. Толкаем-толкаем, и уже мы внутри. Поднимаемся по лестницам на второй этаж, так как наша комната на втором этаже. На нашем этаже тоже есть лифт, но мы предпочитаем подниматься по лестницам. У нас получается комната предпоследняя. По коридору с левой стороны под номером 220. Уже дошли, открываем по карточке дверь, потом уже эту карточку ставим на место, и у нас включается та-дам свет. И давайте покажу вам, что купили из магазина местного супермаркета, так называемого. Это у нас сладкий попкорн фирмы Grand Candy, очень вкусное, 600 с чем-то граммов стоило. Лейс купили чипсы, две пачки с крабовым вкусом. Харибо купили, потом сладкое, это Марс у нас, Баунти. Конечно же, к чаю вечером, я очень люблю пить чай и смотреть фильмы разные. Купили еще Сникерс. Сникерс и Баунти, это уже в холодильник положим, остальное наше маленькие. Мандарины купили. И пиво там. Давайте сразу положим на место Баунти и Сникерс в холодильник, откуда мы и взяли. И все. На этом все. Поставьте лайки, подпишитесь. Пока-пока.